По ступеням этих лестниц можно обойти всю Красную Глинку. Сложный рельеф Сокольих гор, на которых расположен поселок, придает особый колорит улицам. Но со временем лестницы обветшали, и по многочисленным просьбам их стали приводить в порядок. Конечно, отлично. И можно поручни держаться, и все нормально, хорошо. Всего по Красноглинскому району уже отремонтировано 7 лестничных переходов. Строители не просто придают новый лоск многоуровневым тротуарам, здесь появляются пандусы, поручни для детей и взрослых. Все работы за счет местного бюджета. Много было нареканий, что лестница старая, были травматизм, то есть среди жителей падали, и жители просили отремонтировать капитально эту лестницу с установкой пандуса и поручней. Еще 3 лестницы отремонтированы в поселке Управленческий и 1 на мехзаводе. В Красноглинском районе сложный рельеф, то есть разные уровни тротуаров. И, конечно, людям очень удобно ходить сейчас по новым этим лестницам, потому что все-таки есть теперь поручни. Сегодня механизм решения городских проблем отлажен. Работают районные советы. Просьбы жителей выполняются по мере поступления денег. В новом сезоне реконструкция лестниц в Красноглинском районе будет продолжена. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Василий Колдашов. События.